Бывшему вице-губернатору Юрию Гамбургу не стали сокращать срок. Апелляционная коллегия посчитала обоснованными 5,5 лет заключения. Решение оставить приговор в силе для многих в зале прозвучало неожиданно. Все-таки смягчить его просили не только адвокаты, но и прокурор. Теперь защитники Гамбурга намерены обратиться в Верховный суд. Они уверены, что показания недавно сдавшегося правосудию бывшего министра имущественных отношений Вадима Меренкова могут стать основанием для отмены приговора. Напомню, этим летом Юрия Гамбурга приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. По мнению следствия, он был причастен к незаконной продаже земель на Левобережье, из-за чего бюджету был причинен ущерб в сумме около 200 миллионов рублей. Меренков появился. То, что она не стала этим фактом в апелляции, не говорит о том, что она не станет им вообще. Это может быть одним из оснований к отмене приговора в дальнейшем. Для меня было важно, что Меренков появился.